В 26-й раз россияне и белорусы отмечают День единения народов Беларуси и России. Однако корни этой дружбы лежат гораздо глубже, в веках. В Государственном архиве новейшей истории региона подняли документы за период Великой Отечественной войны, в которых зафиксированы факты, когда ульяновцы пришли на помощь братскому народу в тяжелый период истории страны. Первый момент касается участия 154-й стрелковой дивизии в обороне Беларуси. Мы все знаем о том, что 154-я стрелковая дивизия была сформирована в Ульяновске летом 1940 года. В этом письме имеется фрагмент о том, как освобождался город Жлобин и кто отличился. По словам Андрея Пашкина, боевая операция была уникальная. В условиях постоянного наступления фашистских войск летом 1941 года на 2 недели был освобожден город Жлобин силами 154-й дивизии, который на тот момент не имел необходимого тяжелого вооружения. Другой момент, показывающий связь нашей области Беларуси, по словам архивиста, это эвакуация трикотажной фабрики «Ким» в тыловой Ульяновск. Сегодня это ульяновская фабрика «Русь». Это было первое крупное предприятие, которое было эвакуировано к нам сюда, в Ульяновск. И при том здесь вот у нас тоже имеются достаточно интересные документы о том, каким образом происходило размещение. Поэтому она разместилась в нескольких корпусах. Мы знаем, что она занимала и здание Линской церкви, где располагались красильные мастерские. Интересно, что в 1944 году после освобождения территории Беларуси от фашистских захватчиков фабрику частично вернули в Витебск. Но основное производство, как и основные работники, эвакуированные из Беларуси, остались в Ульяновске. Им здесь понравилось. Архивные документы также рассказывают, как после войны ульяновцы принимали активное участие в восстановлении города Мозырь Гомельской области. Это была не просто гуманитарная помощь, а город буквально возрождали. Согласно документам, в Мозырь из Ульяновска ушло 10 эшелонов с продуктами питания, лекарствами, одеждой, оборудованием для больниц и школ, техникой, поголовьем скота, семенами и саженцами. До сих пор Ульяновская область сохраняет дружественные связи с Республикой Беларусь в разных сферах жизни. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.